Всем привет! И в этом видео я бы вам хотел показать, как легко и быстро, прямо на водоеме, можно сделать коннектор для крепления оснастки к маховой удочке. Для этого нам понадобится все, что есть у нас под рукой, прямо на рыбалке. Делается очень легко и быстро этот коннектор. То есть берем нашу основную леску, которую будем крепить потом на маховую удочку. Одеваем на нее бусинку, небольшую бисеринку, и завязываем так, чтобы бисеринка зафиксировалась и не слетала у нас с лески. Ну, двойным узлом сейчас завяжу, будет достаточно. При затяжке, естественно, все это дело смачиваем. Чтобы леска не горела. Итак, бисеринку мы зафиксировали. Лишнее отрезаем. Теперь берем кембрик, который всегда есть у нас на рыбалке. Длиной где-то сантиметр. Чуть побольше можно. Надо брать самый тоненький, чтобы леска туда как бы с усилием пролазила. Складываем леску нашу, вот где мы завязали бисеринку, вдвое. И продеваем в этот кембрик. Итак, когда мы продели леску, наш коннектор уже практически готов. Вместо бусинки, конечно, здесь можно использовать и стопор резиновый вот этот для рыбалочки. Можно просто узлов навязать. Но смысл тот должен получиться, чтобы наш вот этот вот здесь, то, что мы здесь навязали, не пролазило в кембрик. То есть у нас должна получиться вот такая вот петелечка. И как мы все знаем, у нас на кончики маховой удочки есть небольшая веревочка. Вот, вяжем на этой веревочке. Сейчас у меня, правда, удочки с собой здесь нету, показать не могу. Вот, вяжем на этой веревочке узелок. Либо одинарный, либо двойной, кому как нравится. И вот представим, что эта веревочка у нас отходит от удочки. И одеваем сюда, чтобы нашу уже оснастку за узелок. Затягиваем. Все. Наш коннектор уже готов. Никуда он не слетит. Вот такая вот получится снасть. На другом конце уже вяжем либо крючок, либо поводок с крючком. Кому как больше нравится. Ну, вот такой вот получается коннектор. Снимается он тоже очень легко. Берем за веревочку, за кембрик, тянем в обратную сторону. Все. Коннектор снят. Чтобы в процессе потом транспортировки этой снасти петля у нас не затянулась, мы ее, естественно, оденем на мотовильце. Такой вот получился коннектор. Очень удобный, очень простой, делается очень быстро и легко. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!